Все руди, они не одинаковые. Пять пасов не одинаковые же. Все разные бывают, понимаете? Всех, со всех сторон есть преступный элемент, с российской стороны. Из-за какого-то... Да, из-за какого-то одного, двоих будет. Все будем мы это, как его, страдать будем. Вот я так оцениваю это. От имени себя и от имени мусульман семьи Щербакова я соболезнования свои передаю. Это, конечно, боль, это утрата для, ну, понятно, что это местные жители были, да, убили. Но это не мусульманин сделал, потому что в исламе, в шариате не написано убивать человека. Это харам убивать человека. Но, во-первых, чтобы такие случаи не были, вопрос задавали, да, надо коррупцию остановить. Коррупция, дай подай, с низшего до самого конца. Разрешение работы сейчас делать стоит 30 тысяч. А чтобы дактилоскопию, чтобы опечатки пальца, да, надо отдавать 1500 рублей, чтобы пройти. Хотя это бесплатно, потому что коррупция. И некоторые работодатели, которые не выплачивают заработные платы своим работникам, они идут потом на преступление. Ну вот этот, который убил, еще его не нашли, я не знаю, какой он национальности, да, но он не мусульманин, потому что он убил человека, говорит, что он даже наркоман, да, всякие там дела идут, да. Ну, из одного, как есть пословица восточная, да, один баран плохой портит все стадо, да, из-за него сейчас все люди, да, будут страдать. Ну, обидно, и миллионы людей, которые отправляют там, будут кушать хлеб, который отправляют. Мы сами иммигранты, да, например, я сам татарин, но из Узбекистана. Все, которые будут отправлять деньги, да, и сейчас там будет плохая ситуация, понимаете? Там и так напряженная ситуация, видите, что в Сирии, да? В Средней Азии то же самое будет, напряженка, понимаете? Виноват вот этот, кто убил, да? Это весь сейчас вот мусульманский мир сейчас, да? Вы видите, какое напряжение сейчас. Даже в метро вчера были драки там в некоторых местах. Поэтому я прошу братьев славян, братьев русские, мы все братья, дружбы, чтобы жили. И чтобы все было, иншаллах, у нас все хорошо. Слава Богу, у нас нормально. Спасибо россиянам, спасибо Москве, спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Все. С праздником, ребята! С праздником!